Приветствую тебя, друг. С тобой снова Фауст. И мы продолжаем проходить с тобой Kingdom of Amalur: Reckoning. И в этой серии я буду, наверное, завершать квесты в этой локации, я еще не уверен. Но как минимум я хочу пройтись по всем NPC в своей крепости. You cannot hide your amazement. Truly, your facade is a weak one, my liege. But still, I appreciate the effort. But what is an art gallery without an artist? The painter Benwick Atham from the village showed interest, so I invited him to join us here. You will find him in the gallery, searching for inspiration. There's one last thing to build. Your keep is tall, but, yes, not tall enough. My dream has shown me a tower so tall and so majestic that ships will see it from miles around. You could not be overlooked. For this, I will need 3 bundles of beech stone, 4 bundles of bear hide, 3 bundles of ember wood, and 3 bundles of sea steel. Nothing in the rune suggests what function the tower served, but I don't think it matters. This last crowning jewel to your keep should be something new, something entirely out of our own inspiration. Something has guided us so far. Fate, Akara, I don't know. I say we trust in whatever it is to lead us to the end of the journey. My dream offers no insight about the tower, but fills me with awe at its majesty. It occurs to me that this tower may have some special purpose for us, but I need to make some inquiries. Great! I was worrying I'd have to wait a while. Up we go, but there's still some work to be done. Bye. Так что дадим это время ему. Так, можно подойти к нему. Но у меня все питомцы есть, которые... Ну, максимум питомцев. Жалко, что их призывать нельзя. Boost will get even bigger. Take care. Я могу покормить мишку. Так. И что-то они очень быстро обучаются. В общем, волк, он повышает урон критами, медведь хп, а богард, он повышает тот опыт, который я получаю. Так, это у нас библиотека. Ты, видимо, перевела книжки, которые я тебе дал. Вот тебе еще одну книжку. Можно даже глянуть, что она там перевела. Ну и вообще, возможно, почитать книжки, которые у меня есть непрочитанные. Так. Я еще ключ от клетки взял. Не уверен, нужен ли он мне вообще. И я не дособрал фрагменты карты. Так. Это новые книжки, но их не прочитать. Могли бы хотя бы какой-нибудь текст нарисовать. И это можно прочитать на паузе. Вот. Больше вроде как ничего. Но это тоже на паузе. Вот так вот. А, это я уже открывал. Можно еще вот это. Вот. Да, и у меня полностью забит инвентарь, поэтому нужно еще и к торговке сходить. Так. У него для меня здание, но на это здание пофиг, потому что как бы... Ну что он мне даст? Он мне особо ничего не даст. Он скажет, что
у тебя больше нету места для питомца. В принципе, только это мне он и скажет. Так. Много тут всякого интересного. Я вообще не уверен, что я это все читал. Надо прочитать. Так. Оружие, основное. Торминт я вообще как бы не смотрел. Но это вот меч. У меня получается и шляпа похожая, как у него, только мне маски не хватает. Этот меч выкован из лучшей морской стали. Некогда принадлежал печально известному пирату Мертвому Келю. Рукоять этого клинка была создана для Элунда из Ратира, но была похищена Келем, когда тот утопил капитана Робоканта. Лезвие сбора. Наверное, сбора это жатва имеется в виду. Применялся эльфами-загонщиками во время дикой охоты. Такие могущественные чары, как правило, предназначены для королей и верховных мудрецов эльфов. А королев. Королей, королев и верховных мудрецов эльфов. Усердие. Ну, просто довольно красивый меч. Большой для одноручного оружия, но великолепно сбалансированный и острый, как бритва. Усердие поможет опытному фехтовальщику колоть, резать. Так, когти льва это то, что я решил носить. Да, тут довольно короткое описание. Чакрам баронета. Созданные специально... Ну, чакрамы, точнее. Созданные специально в качестве подарка для знатного моряка, известного как баронет. Эти чакрамы никогда не предназначались для битвы. Они были новинкой. Вдоль белых костяных рукоятей начертаны имена многих любовниц баронетта. И вейвмейкер. А, это жезл. Этот посох, ну это не посох, это жезл, сделан из прекрасных кораллов. Легенды гласят, что тот, кто владеет волногоном, будет повелевать штормами, бороздящими моря, приюта висельника. Это оружие некогда принадлежало шепчущей ведьме. Ладно, одену свое оружие. Так. Ну, в принципе, я... А, я еще не прочитал доспехи. Это, в принципе, я читал. Вот это можно прочитать. Колпак Магнона. Все, что осталось от Магнона, полководца Альмейн, это броня, снятая с его тела, которую впоследствии носили противники жестокой тирании. Так, это Пиратерс Вест. Этот жилет – часть униформы приватира, которую носят смертоносные наемные мореплаватели, выслеживающие и устраняющие пиратскую угрозу. Эти морские воины владеют навыками диверсии, скрытого убийства и выживания как на суше, так и на море. Вот я не помню, читал ли я это все. Это богато украшенная, однако крепкая церемониальная кираса была выкована дверганскими кузнецами, как подарок высокопоставленному человеку, который умер, прежде чем сумел принять ее. Броня выполнена в традиционном дверганском стиле, только крупнее и тяжелее, подразумевает скорее ее демонстрацию, нежели ношение. Мантия Оракула.
Грёванная личи ткань судьбы создала это одеяние, чтобы защитить себя от тех, кто получил ее мрачные пророчества и не оценил их. Роба сезонов. Эти одежды — это все, что осталось от мистического дома сезонов летних эльфов. О, больше брони, чем то, что у меня. Да, можно одеть. А еще мне неплохо было бы сходить к целителю, чтобы он снял с меня проклятие. Так, какое тут описание? Кропотливо изготовленные мелкие чешуйки, из которых состоят эти доспехи, были взяты с кожи морганов и баншайн. Ну, тут то же самое описание. Это смотрителей, доспехи смотрителей. Ладно. Все остальное мне не нужно, поэтому я это все продам. То, что оно занимает место, если что, я могу это выкупить без особых проблем. Так, и ты мне что-то хотел дать. Вряд ли ты мне что-то интересное дашь. А, ясно. То есть он еще и добычу просрал. Ну ладно. Так что пофиг на него. Так, мне нужно к целителю. У меня, по-моему, тут целителей нету. Даже если есть, то сейчас в город отправлюсь. Думаю, быстрым перемещением это сделаю. И по заданию нам нужно к Кею. Кто там Тари собирается убить? Кстати, по заданию, правосудие. Вернуться к Тари. Надеюсь, сейчас я смогу это сделать. Он там где-то. Так. Вылечи меня, пожалуйста. И теперь у меня должно быть довольно много, да, брони. Так. И отсюда, я думаю, без проблем доберусь до Кея. Возможно, кого-нибудь постречаю, не уверен. Так. Вот сюда. И до него особо недалеко идти. Он, получается, где-то здесь. Надеюсь, он мне хоть что-то даст за убийство наследницы. Амулет дал. I don't feel better now that I've avenged their death. It just makes me miss her more. Thank you. Take this, it was Mother's. I have my memories. Goodbye. Да, как бы убийство наследницы все равно ему особо ничего хорошего не дало. Так, ну, поговорим с Кеем. Я, конечно, могу выбраться из приюта висельника, но я пока это не буду делать. Кстати, переводы уже готовы. Она быстрее всех справилась. Truly plot its course. Many try, but all of them fail. Great figures always rise up. Sometimes the gods create them, and sometimes they create the gods. But true heroes are born. Or in your case,
reborn. You are the Scion now, and you carry with you the blessing of Okada. Я все еще угораю с перевода. There is no one on this earth more worthy of being called a god than you. And so I will go to prepare the way. For when you come, the world changes, and the people must be ready. О, новый поворот судьбы получен. Шанс критического удара 5% сопротивлению физическому урону. Да. И требования к снижению. А, к снаряжению. Окей. Это довольно неплохо. Убив печально известного короля пиратов мертвеца Келя, вы доказали, что хитрый и изобретательный. Мастерский охотник на пиратов в огромном коварном море морозного излома. Неплохо, он мне еще дал ключ. О, не ключ, а кольцо. Еще и амулет вот этот, можешь посмотреть. Шанс украсть здоровье при попадании, шанс украсть манну при попадании. И вот это кольцо сопротивления уколу. Сопротивление стихиям и восстановление маны в секунду. Ну, это так себе. По-моему, 20% урона лучше, чем там украсть. Тем более, 5% всего лишь. Конечно, с моим оружием, с моей скоростью атаки, это, наверное, было бы довольно неплохо. Ну, ладно, не уверен. Не знаю, почему, но тут что-то много всякого лута. Опять же, наверное, он все-таки респавнится. А, опять же, в играх, в RPG-играх, по-моему, респавнящийся лут — это зло. На самом деле в этой игре очень много вещей, без которых игра была бы намного лучше. Я думаю, он мне даст еще какой-нибудь квест. Но Акары больше нету. You've come at last. I've been praying for your return. Cape Solace is under attack. Ships have landed. Prisoners have been taken. We have no one left to protect us. Members of the village, a scout and several gatherers. Innocents who have called this island home for many years. Who do these invaders think they are to hold lives hostage? To demand a power that does not belong to them? They want the power beneath this island, Akara's magic, which many over the centuries have coveted and sought to possess. Understand, Gallows End has long been a prize for the corrupt and the curious. The Arathi, the Alfar, the Dverga, and even Dead Kel. Invaders come brandishing their weapons, but always they are swept back out to sea. They are not welcome here. You would like that, wouldn't you? But this isn't Akara's doing. This is ours. We depended on another. We grew soft and helpless. I have no one but myself to blame. They are led by a Losalfar nobleman named Calder Vaughn, a scholar and mage who has studied this island intensely and who wishes to have it for himself. He brings with him the righteous flames of the Niskaru, demons he has harnessed for this purpose, and this purpose alone. Я уже считаю этот остров своим. But you will die. These invaders will roll across this island like a wave, and not even you can stop them. Да не, я справлюсь со всеми. Cape Solace has come to an end. Like Akara, it cannot protect us anymore. The invaders make their camp in the north along the cliffs. If any prisoners live, they will be there. I pray you're not too late. Be careful. Так, и где же убежище бандитов? Нет, гибельный. А, странно. Раньше там не было пещеры. А сейчас она вдруг появилась. Тут еще и спрайты. О, серьезно. Просто взяли и появились на пустом месте.
с пустого места. Ладно, не знаю, как это сказать. Слушай, я уже огненного грохнул. Хватит копировать его способности. Тупой подражатель. Так. И сколько тут получается идти? А, это сюда нужно? Серьезно? А тут нужно забрать добычу. Ладно, пройдусь к добыче, пробегусь, возьму ее, заберу. Ну и, конечно, с разбойниками разберусь. Как же без этого? Я не буду попадаться лишним врагам на глаза, чтобы время особо на это не тратить. А добыча здесь неподалеку, да? Придется все-таки убить спрайта. Только первый раз по нему промахнуться. Очень по-глупому. Так. Кстати, там байнаш. А это не очень хорошо. Он прям у этой, у этого лута сидит. Но они меня запалили. Ладно. Я не хочу как-то очень долго разбираться с ним. Он довольно трудный противник. Поэтому я просто его заколупаю. Еще и спрайты прибежали. Конечно, напрягает то, что звук меняется, не меняется, ломается, когда я включаю возмездие. Это как-то довольно тупо. Так, ну, я взял какой-то лут. В принципе, он бесполезный. Я только зря потратил возмездие. Так, вот ты где. Сразу на него навесил кровотечение. Идеально. Так. А второй меня не видел. Да. Только сказал, что он меня не видел, и он меня сразу заметил. Ничего, они слабые. Вообще без проблем с ними справляюсь. У меня скоро еще и левелап будет. Я думаю, что я примерно после этой локации смогу спуститься вниз. Там, где всякий лут, выход из пещеры. Так, только я не совсем уверен. Вот здесь, наверное, будет вход в пещеру. Или нет? Так, это как-то тупо. Может быть, по заданию будет освободить пленников. А, и это даже не главное задание. Таинственный десант доказал свою враждебность похищением селян из мыса Утешения. Я решил найти и освободить пленных и разгромить похитителей. Это, конечно, все классно и здорово. Но как мне спуститься вниз? Да, кстати, это получается... Вот эти корни, это... Акара. Я раньше, в принципе, этого и не замечал. Может быть, этого и не было. Раньше... Посетить это место, прежде чем туда попасть. Ладно, я сейчас поставлю паузу и просто похожу здесь по краям и вообще попробую понять, как туда попасть. А, на самом деле тут не так уж и долго пришлось бегать.
Потому что спуск здесь. По-моему, раньше здесь этого спуска не было. Так что это довольно странно. Возможно, это после того, как я разобрался с Сакарой, тут появился проход. И до конца основной миссии, задания сюжетного, сюда вообще, в принципе, нельзя было бы попасть. А, меня уже запалили. Я просто увидел, что тут сундук. Где этот сундук? А, то есть они так будут меня стрелять? Окей, я сейчас спущусь к вам. Идеальная камера. И опять звук сломался. Я не знаю, какие проблемы у этой игры. Так, наверное, сундук все-таки в самом низу. Что-то мне подсказывает. Да. Сейчас не удивлюсь. Нет, все-таки не получилось открыть, не двигаясь. Но самое забавное, когда сундук... На сундуке написано, что взламывание этого сундука очень тяжелое, очень трудно. И ты просто взламываешь, даже не двигая отмычкой. Это самое забавное. Так, ну я почти все взял, что здесь есть. Осталось только еще вот здесь. Да, кучка камней. Шлем пирата взял какой-то. Так, ну это ущелье. Мыс. Не, мыс это там, где деревня. Я все-таки не знаток во всех этих понятиях. Но зато я неплохо всех убиваю со спины. И здесь можно полностью раскрыть себя. Нет, наверное, нельзя. Меня пока не запалили. Вот теперь... Да, вот теперь запалило. Ладно. Самое главное, одна меня нашла, а другой сразу пробежал. Ну, может быть, она крикнула как-то тихо. Беззвучно. Ну, а что-то я сомневаюсь, что это было именно так. Блин, я крабика. Крабика задел. Печаль. Бедный крабик. Конечно, я могу просто бежать напролом, убивать их. Напрямую. Но со спины это выглядит поприкольнее. Перекатами. Так, я не туда перекатываюсь. Блин, он меня заметил. Перекатами очень удобно перемещаться быстро. И при этом я не ухожу из скрытности. Но когда врагов совсем нет, можно без проблем бежать. Просто затупил в карте. И в итоге просто показался врагу. Это было очень тупо. А, ну да, тут проскочить было бы очень трудно. Какие-то они слабые, серьезно. Они с парой комбов умирают. Даже не знаю, с полторы комбухи. Еще и дергаются после смерти. Так, тут подъем и сундук. Но тут такой залупленный, как бы, не коридор, а туннель, да. Так что пофиг, что я пошел сначала в эту сторону, потому что я сейчас вернусь в то место, куда могу бы пойти в другую сторону. А серьезно, в самом конце сломался? Я уже думал, что я сейчас открою. Напрягает, что камеры нужно управлять. Все-таки, как минимум, эта игра очень не оптимизирована для геймпада. Потому что навыков всего 4 с геймпадом.
И получается, я могу хилиться бесконечное количество раз через геймпад на крестовину. А если хилиться через вот это меню, то у меня хилки будут кдшиться. А если я буду просто пить как бы быстрым использованием на крестовине, то у меня ничего не будет убавляться. Ну, убавляться будет, но когда не будет появляться. А, конечно, кританул ее. Она постояла, постояла и умерла. При том, что я ее уже убил, у нее уже 0 хп, но она постояла. А потом резко упала вниз. Блин, вот эти взрывы от трупов убивают крабиков. Ну, я не специально. Так, мне нужно в эту часть локации, поэтому я пойду. Хотя, возможно, сейчас, куда я сейчас пойду, там будет проход наружу. Поэтому, ладно, сначала просто лут тут соберу. Там рыбку поймаю. Просто наплыву так. Подплываю, ныряю и ловлю не рыбу, а какие-то кинжалы. Ладно, гляну, что там по заданию. Там, скорее всего, будут просто пленные. Сейчас их надо спасти. Видео будет длиннее, чем обычно. Вообще, в предыдущее видео было целый час, так что... Ну, я вообще стараюсь записывать покороче видео. Я мог бы, конечно, сейчас закончить, но, по-моему, это как-то странно. На середине заканчивать. Кстати, бандиты Красного Легиона. Это те лохи, которые были в первой локации в Дулентаре. По-моему. По крайней мере, это не вольные. Вольные это были более крутые бандиты. По силе. А эти какие-то совсем лохопецкие. Так, а, вот сундук. И впереди сундук есть. Но тут сначала нужно спрыгнуть вниз. Я надеюсь, что назад я смогу вернуться. Потому что там что-то было. Так, куча с золотом. А, и кусок карты. То есть сюда мне точно стоило сходить. Блин, просто берут. А я могу убить себя со спины. Так. Я могу украсть тебя золото. Это было забавно, конечно, она нагнулась так, как будто она мирный житель. О, как это тупо. Сломанная игра, на самом деле. Но вообще, это игра от Electronic Arts. Конечно, довольно старенькая, там, 2012 года, но все равно. По-моему, 2012, я точно не помню. Так, жалко, что они убили. Может быть, я его не спас. Так. А по зданию теперь куда нужно? Ладно, просто буду идти туда, куда меня направляют. Я так понимаю, по зданию нужно не успеть спасти еще одного жителя деревни. А, как-то камера сломалась. Ну, а я вообще, в принципе, сломался. Я вроде подошел к нему со спины, а убил я его спереда. Оказался в другой стороне. Это как-то очень странно получилось. Телепортнулся так. Так, камень знаний. По-моему, последний, да? Грейвхолл.
piteous cry of triumph, born of such wicked rapture that his heart burst with wrathful fires. Onward he crept, until in scornful conflict, man met beast with blood-tooth mashing. Down the beast fell, her crimson robe swirling, Solsvard awash in her ruin, as the bright tide rose to meet them. Надо еще в сундук сломать. Mighty lord of Gravehall and storm sent king on high. Так, он закончил говорить, можно взломать сундук. А, хотел пораньше отпустить, но не получилось. Так, и тут какое-то даже оружие. А что за оружие? Питер. Щупальц. Жесть, палка с щупальцем. С живым щупальцем. Моряки рассказывают о таинственном монстре, который обитает в морских глубинах и тянет сюда водную пучину. Лишь один человек заявил, что видел его и остался жив, отрубив его щупальца. Одно из сотни. У чудовища, прежде чем оказался в безопасности. С каким-нибудь кракеном встретился. Оттяпал у него щупальца. Так, ну получается, нужно плыть обратно. Все, на этот раз нужно не глупостями заниматься, а пытаться реально убить всех до того, как умрет деревенский. Ну или как его назвать? NPC-шник. В принципе, все враги NPC-шники. Только вражеские. Так, не то. А, не, все, мне показано, что нужно идти обратно. Но я бы все-таки вышел сюда. Ну как вышел? Сплавал бы. Так, тут ничего нету. Я тут уже был, просто оно выглядит так, как будто я там не все осмотрел. Я хочу здесь все разведать еще раз. Ну, до конца точнее. Так как я тут еще не был. Так, можно подкрасться? Почему бы и нет? Он меня не заметил. Отлично. Наверное, я, прежде чем его убивать, мог у него украсть золото. По крайней мере, с одним разбойником так получилось сделать. Сработала такая манипуляция. Ну, не знаю, с этими, возможно, бы не сработало. Я не могу плыть, когда я в режиме скрытности. Так. Второй разбойник тут что-то копается с сундуком. Еще немного, у меня будет левелап. У меня столько зелий. Увеличение урона, можно будет просто обмазываться ими. Одно за другим использовать во время битвы с боссом. Еще. Не знаю, мне кажется, их стоит уже продавать, потому что у меня их реально много. Просто до кучи. Так, надо, наверное, сначала убить вот этого. А, не успел убить. А это встает. Ну куда ты встаешь? Ты что, жизнь не мла? Жизнь встала. Бля, куда отдохни. Хм.
Тут лежит странная стальная книжка. Ее даже не посчитать. И реально выглядит как просто памятник из меди. Памятник книжки. Так, ну тут получается у нас просто нужно выйти обратно. Ладно, не буду ставить паузу, тут особо не так долго идти. Точнее, плыть. Сплаваю. Тем более, если я поставлю паузу, может быть, что-то случится интересное. Там, не знаю, моментально какой-нибудь диалог начнется. В этой игре любят так делать. А я, в принципе, не люблю такие события, когда моментально какие-то происшествия случаются. Еще и паника начинается. Так, ну да, тут немножко осталось проплыть. ФПС, не умирай, живи. Все еще не почистил ноутбук, хотя это, в принципе, надо сделать. О, 40 FPS. Видимо, это из-за воды. Логично. Так, я не понимаю. Вас же здесь не было. Что вы тут делаете? В таком маленьком количестве. Кому вы хотели сделать западню? Крабику, что ли? Не понимаю, как они могли вообще меня убить таким образом. Может быть, они там были все время, просто я их не заметил, просто пробежал мимо. Такое тоже возможно, очень даже. Приют весельника. О, сколько вас тут? Что вы тут делаете? Даже не заметили меня, как я вышел. Меня это слегка обижает. Особенно меня обижает то, что ты скользишь по земле, а я так не умею делать. Опять же, он встал, я в него выстрелил. И он упал не сразу. А с задержкой. Так, ну, я думаю, на мысли утешения опять враги. Вражины всякие. А, нет, это нужно немножко в другое место отойти. Вот сюда. А! Серьезно? Он еще и эту тварь призвал. Блин, Иксару это вообще-то жесткие враги. С ними трудно справиться. Поэтому я просто использую чит. Здесь все. Так как судьба мне дала этот чит, я буду им пользоваться. Где-то там. Ни хрена. Я пойду добью именно Никсару. Дерево немножко ломает анимацию. А, нажимал не туда. Ну, хотя бы 50 заработал. Ну, как-то это было изи. Так. Блин, на кого он убил? О, Мейлшторм. И тут чей-то трупик. А, это кто-то оленя убил. Вот твари. Так. Я думаю, стоит повысить уровень. Что-нибудь прокачать. Не знаю, типа снятие заклинаний. Почему бы и нет. Кристаллы я вряд ли буду производить. Так, у ловкости нужно лук прокачивать. То, что я пользуюсь луком. А тут менять нечего. Так, ну, осталось только зайти в сам город. Ну, не город, а мыс утешения. Сдать квест, и на этом я закончу.
Жаль, деревенских не удалось спасти. Once again, a threat to Gallows End has been defeated. I wish I could say it was the first such attack. But perhaps a new season has begun. One where we must fend for ourselves and not fall back on the promises of a faceless god. I don't know who you are, stranger, but your presence here has shaken us. We will survive, but it will take time. Farewell. Спасибо. И что ты мне дал? Так, из оружия у меня ничего нового нету. Только на продажу. Всякое. Так, это дополнительное. Так, доспехи. Skull of Valkyria. Это у нас сет. Это капюшон, часть униформы пиратов, которую носят смертоносные наемники. А, у меня часть этого сета была. Так, эффективность ближней защиты. Это тяжелый бронзовый шлем с шипами. Был выкован Дверга как часть церемонии восхваляющей стихии. На нем выгравировано слово Варалин. Дверганское название острова приют висельника. Так, я думаю, неплохо было бы продать всякое. Welcome back. Ну, в принципе, я все продам. Мне и так хорошо с тем, что у меня есть. Только можно посмотреть, что дает Мейлшторм. Шанс критического удара и урон. А, с магией. Ну, мне это не понадобится. Окей. Always a pleasure. В принципе, вообще эту игру пора заканчивать. Правда, у меня тут еще много локаций. Я думаю, я только половину игры прошел. Ну, может быть, чуть больше. Да, скорее всего, чуть больше, учитывая, что уже около 100 серий. Ладно, на этом я закончу. Я надеюсь, что тебе понравилась эта серия. Если это так, поставь лайк. Напиши свой комментарий, мне это будет очень приятно. И будет мотивировать меня записывать для тебя новые серии. Спасибо тебе за просмотр. С тобой был Фауст. Удачи и пока.